Здравствуйте, утренний сюрприз. Белые столы и лавки. Цветочки припорошены снежком. Гуляет Плутя, старший уж дома. Ну все, ноябрь наступил. Красиво. Ну, этот снег наверняка сегодня стает. Вот, начинается рассвет. Тучки несутся по небу, но видно светлое небо. Да, этот снег точно ненадолго. Но лисенок все же сменился пейзажик вокруг. И надо сегодня искать себе занятия по погоде. Вот любопытно, что в голову придет. Пока еще ничего не знаю. И вот полностью рассвело. Смотрю в окно, на небо любуюсь. И как-то непривычен подобный пейзаж. Белизны стало больше, чем зелени. И чем сегодня заняться, действительно ума не приложу. Возиться с досками для грядок. Как-то не очень хочется. Ай, растения убирать, из-под снега срезать. Тоже не камильфо. Пожалуй, устрою себе маленький выходной. Прогуляюсь вместе с собаками по деревне. С тем, чтобы обозреть уже ставшие непривычными окрестности. Ну еще бы. Все меняется. И вот дорога стала белой. И Родион на своем рабочем месте обозначился. Что ж, составит компанию. Прогуляться — это не на холодной земле валяться. Бесполезно делать ему какую-либо подстилку. Пробовал один раз. Он ее просто проигнорировал. И вот лежит и ждет. Ну ладно, надо одеваться и на улицу выходить. Словно услышал меч из окна. Оживился. Угу. Может быть, домой уйдет? Ах, волчар серый. Нет, вернуться. Как же так? Мы еще не поздоровались. С камней на землю перелег. Ой, Радик, Радик. Ладно, скоро выйду. Однако, прежде чем куда-то отправляться, пришлось загонять Плутьку домой. Она ведь с темноты скакала на улице и не заявляла ни малейшего желания присоединиться к своим старшим товарищам. Да-да, снежок почуяла, кобылка резвая моя. Ну ладно, теперь валяйся, отдыхай. Наскакалась, наигралась, мне пора прогуляться с собаками. Доброе утречко, дождался. Ну что, пойдем, пройдемся по деревне. На участке делать все равно нечего, да-да, и ни малейшего желания рученьки морозить, и в мастерской пока работы нет, да, там как заготовку, что я вчера начала, уже в стадии обработки около печки, и Родион, прогулка никогда нам не вредила. Пойдем, посмотрим, как теперь наша деревушка, присыпанная свежим снежком, выглядит. Деревня тишина. Ни одна машина еще не проехала по дороге. Мы первые вышли на улицу, вероятно. Лишь на другом краю где-то заливается тявканьем собаки время от времени. А Зелька нас догнала и уже успела поноситься с Веськой. И ветерок пронизывающий. Ветер поздней осени. Совершенно опустили кроны деревьев в дальнем лесу, что за ручьем, и только елки темнеют. Да, унылая пора, а чей очарование. Это как раз про ноябрь, наверное, сказано. Но как бы то ни было, хоть и прохладно, хоть и морозно, но все равно красиво. Ледок подернул лужи, захрустит под сапогами. Ох, последние яблоки слетели с ветвей благодаря дроздам. И все начинает засыпать. Собаки бегали, гуляя, и я замерзла. И, честно говоря, ну, действительно, как-то непривычно первую половину дня проводить это праздно. Нет, все-таки снег, не дождь. А, снежинки можно и стряхнуть, а потому, одев перчатки, начну все-таки клумбы расчищать. Да, все станет пустым и голым, зато елочка-коник обозначится. Ну, а фоксы все, свои уже отжили.
и даже их листва пожухла. Придется браться за секатор, все это дело убирать. А вот и снег пошел. Западала крупа. Нет, не те плавно спускающиеся, красивые блестящие снежинки, которые я так люблю, а что-то наподобие манки. Скоро туча пронесется, и действительно, ведь не капает же, а просто сыпется. Поэтому можно еще немножко посокращаться. О, вот эта тучка, веселухая. И солнце, словно бледное пятно, еще просвечивает. Ой. Так, Висик, надо все это быстренько выносить. Октябринки пускай торчат. Клематис до весны не трону. Мне эта штора нравится. И прятаться пора. По-моему, сейчас повалит хорошо. А таскать-то за забор и сколько. Ну ладно, сама насажала, сама разгребу. Все, перетащила. Но, ей-богу, руки закоченели. А снег продолжает усиливаться. Ох, красотища! Стает еще не раз, да, ворон? Правильно все каркаешь. Но все же необычно, непривычно. Ну, руки закоченели. Пошли в избушку, а? Перчаточки тоненькие. Пора бы что-нибудь посолиднее поискать. Ох, ну хоть что-то сделано сегодня. А сейчас к печи погреться. Вот каждый раз заходишь в комнату, где спят коты, и просто обалдеваешь от того, как они умеют устроиться. Ну вот сегодня Боня, как обычно, изображает полет по облакам сновидений, а Пуша уткнулась носиком в хвост. Похоже, больше на полено. Плутька, как всегда, улыбается во сне. Да-да, положив лапку под щечку. Это ее одна из любимых поз. Но эта пара просто умиляет. Пока отогреваясь, сидела в креслице с телефоном, выглянуло солнце. И новая туча на горизонте. Ох, хороша погодка. Главное, не однообразная, а то зарядит еще какой-нибудь там дождь на целые сутки. Нет, вот это не весело. А то, что сейчас творится, ну, это просто шутки природы, у которой нет плохой погоды. Ну, вот честно, примерно, почти хорошая. Но, к сожалению, это ненадолго. Однако, надо пробежаться к ребятам с Ариной Дул, пока облака позволяют. Заодно на них полюбоваться по дороге. А вот и она. Привет, рыжая красотка. Непривычно с такой короткой шерсткой бегать по снегу. Ну ничего, массу неплохую набрала. Дело привычки. Зимой кнопка обычно носится вместе с Веськой. Так, а тут нас снова ждут. С утра они нагулялись. Ну что, в Совиный Дол сейчас отправляемся. И не делая порожних рейсов, прихватим с собой тачку. Ника давно хотела отдать мешок семечек, и надо его забирать, потому что скоро птичек кормить. Да, и мне печку тоже топить пора. В избушке не то чтобы прохладно, но уж больно хочется засесть с стамесками за свою работу. Ну, а здесь уберемся как-нибудь в другой раз. Да и кормушки, собственно, ставить пора уже, не дожидаясь дня Зиновия Синищенко. Кормить птиц будем по погоде, а не по календарю. А потому берем тачку, Карик, и направляемся в Совиный Дол за пищей для пернатых. Вот они, те самые мешки. Но мне один всего лишь нужен. Вот в чем преимущество снега, можно сразу же узнать, кто где. Следы, Никины следы, туда-сюда, значит, она не у крыс, а это морошка. И наверняка направились или в сторону дома, или в орхидейную. Это звучит круче. Ну что ж, пойдем по следу. Посмотрим, что же там. С Кубиком уже точно погуляли. На дороге были следы. Вон она, Мария. Лапками машет. Что ж, зайдем, заглянем. Лишь бы не подскользнуться. А тут всякие котлованы, бассейны, и в них тоже явно топтались, то ли ровнее, то ли углубляя. Ух,
какая погодка. Слушай, а что это за корень мандрагоры? Это вот как те бутылочные деревья? Коробки кругом. Еще теснее стал, чем был. Ну, я уберу, но просто ночью распаковываю все это. Что-то вы ночью все распаковывали. Это тоже новенькое? Да. Все обрабатываю. И вот это. Угу. Я уже начинаю их узнавать в лицо. Вы караси-то привезли? Привезли. А где они? У лучика. Ну, я сейчас заходила, их не видно там. Ух, погодка замечательная. Здесь тоже остатки распаковки. О, и розы цветут, китайские, и весы валяются, драгоценные. И еще орхидеи копнами. Какая прелесть. Вот эта милая инсталляция. А, от нее еще фуражка надо ее на стену приделать. Надо. Она того достойна. И бутылка с петлей на шее. Нормально. Как же мне это растение нравится. Таинственное. Каждый раз все меняется. Пойдем к карасям. Ух, сколько у тебя еще вереск-то. Это вот тоже вчера приехал. Ну там половина сотрела, не знаю, выживет или нет. Растут, но их не видно. Ой. Ай. А, резко заспела. Блин. Ну, они спят? Нет, вон они, вон. Что-то бледнеется. Ну, блик вон, такой. Вон. А, вижу. И одного, и вторую вижу. Их три. Три пескаря. Ну, в общем, они здесь. И всю зиму будут стоять. Ну, да. Прекрасно. А потом как расплодятся, как икру начнут метать. Ну, не знаю насчет расплодятся, хотя вот они же плодятся. Ну, теперь отступать некуда, надо водоем копать. Так я в бетонное кольцо же их хочу. Ну, так они же будут плодиться, им будет тесно в бетонном кольце. А потому надо пытаться. Ну, как всегда, сопроводили, и час расплаты наступил. Ой, служба доставки. Ладно, сейчас я вам принесу полакомиться, а это птичкам. И сейчас все это добро надо пересыпать в пластиковую бочку. Теперь у меня не летняя душевая, а склад для зерна, то есть для семечек. Ну что, сначала трапеза, потом все остальное. Все-таки кнопка самая хозяйственная собака. Ухватила палочку и сейчас потащит домой. Только там она ее слопает. Все кости, которые перепадают после корейвечки, то же самое моментально улетают на тот берег ручья. Точнее, семенята ковыляют. Все, забито закрома. Это на первое время, а это на будущее. Кормушками я все-таки завтра займусь. Сейчас мне действительно не терпится в теплую комнату. Набегаться я уже набегалась, напрыгаться напрыгалась. Хотела отдохнуть. Здорово получилось. Ну ты смотри, лишь на крыльцо вошла, и снова солнце засияло. И началась осенняя капель. Приятно стало на улице. А мне в избушку надо отправляться. Да, погода меняется буквально на глазах. Маленькую совушку, которая была на клумбе, перетащила в букет. Иначе бы я просто сбила. Да по-любому снегом закидаю, когда будут тропинки чистить зимой. Пусть здесь поживет. Генка мне подарил. Ну, хоть одна сова у меня все-таки своя есть. На остальных буду ходить к Нике любоваться, продолжать. Увы, недолго солнышко сияло. Буквально за полчаса небо вновь нахмурилось. И я уже вовсе не жалею о том, что ушла с улицы. Я теперь же успела хорошенечко продрогнуть. Ух, второй день подряд. Ну что ж, надо привыкать к такой температуре. И постепенно вытаскивать более теплые вещи. Ну а пока затопила печечку. Как же ярко полыхают поленья. Как приятно на них смотреть.
И уже вновь взяла за стамески. Ну вот, уже какие-то формы у блюда появляются за счет вот таких вот выемок, которые дают листу некоторую эластичность визуальную. Это, собственно, и тактильные тоже появляются какие-то новые формы. И много еще предстоит предпринимать, прежде чем это все подвергнется шлифовке. Коты не собираются вставать. Ну что ж, еще бы, раз погодка-то испортилась, куда же торопиться. Ну, а мне самое время продолжить свою работу. Через некоторое время все хвостатое население избушки отправилось на прогулку. Но мне пришлось принять несколько иное положение. Ну что ж, освещение и так неплохое. На улице сегодня больше не собираюсь. Появилось какое-то неприятное ощущение зябкости, озноба. И горлышко слегка саднит. А потому, как можно ближе к печке пристроившись, уселась на свою табуретку из выдолбленного чурбака. И продолжаю работать. Нет, болеть мне совершенно не хочется. Но, видимо, действительно успела как-то переохладиться за последние дни. Ну что ж поделаешь, резкая смена погоды, пронизывающий ветерок. И он, по-моему, опять крепчает. Но сосулька возникла на веточке шиповника. А листьев на нем практически не осталось. Нет, в такую погоду надо оставаться около печки. Тем более, что работа чертовски интересная. И уже скоро, при подобных темпах, дело и до шлифовки дойдет. Ну, а спину прогреть, сидя в подобном положении, святое дело. Поэтому продолжу и постараюсь сегодня сделать как можно больше в доме. На улицу вылезать уже не собираюсь, даже если солнце выглянет. Дрова еще есть, воды навалом. Печечка горит и согревает теплом, позволяя избавиться от всех своих хворей. Надеюсь, что это процесс не затяжной, и завтра с утра буду как новенькая. А впрочем, поглядим. Вот сидела доваяла, внезапно стук в окно раздался, а я чаё б хотела тут принять. Ника и Маша приехали с тачечкой с тем, чтобы растения разместить в теплице, которую я недавно освободила. Ну что же, в добрый путь. И рейс не один состоится. Вон кто-то копошится. Ой, что-то затаскивают. Ладно. Оказывается, мне еще и посылки пришли из Беларуси. Любопытно. Обещали привезти. Ну что ж, посмотрим, что же там. Но сегодня действительно на улицу не ногой. Сидеть в уюте, греться, отдыхать. Ну, в смысле отдыхать. Стамесками ворочать. И скоро, скоро до гравера дело подойдет. Ох, напылим бесенок по полной программе. А потом, как всегда, все это убирать. Ну, что поделаешь? Процесс идет, и руки наши быстрые, как собственные тачки, кое-кого. Ах, великолепный транспорт, повышенной проходимости. Писька, вот кто тебя просил изваляться во всех этих стружках? Ой, чудище мое, я недавно убиралась на веранде. Вот ты мне все опять там заваляешь. Так, Гарри, идите вы гуляйте, а? Девчонки там продолжают возить растения. Вот, проследовала вторая партия. Ой, а я тут все пытаюсь блюдо углубить. Ну, действительно, оно очень объемное получается. И приходится вынимать по максимуму все. Ну, ничего. Еще немного, еще чуть-чуть. И браться за гравер придется. Да, полегчало изделие. Не то, что было раньше. Ну, а сейчас пора продолжить. Видимо, девчонки решили не делать порожних рейсов. Еще после зимней колки дров отложила по Никиной просьбе несколько деревяшек.
пеньков. И вот теперь их бережно таскают. Да уж, все лето пролежали. Может, действительно пригодятся для клумб. Ой, раскрасневшиеся, довольные. Ой, Машка стала приезжать все чаще и чаще. Судя по всему, ей действительно здесь нравится. Ну, не было случая побывать в деревне до этого, заняться какими-то работами. Вот сейчас и с Кубиком общается. И всех собак вокруг очаровала. Ох, как Радик к ней ластится после того, как она его приласкала около автолавки. И вот теперь постигает премудрости сельской жизни. Да, не меня одну заволокло в деревню. Кто бы мог подумать, что здесь окажусь. Честно говоря, сама никогда не думала об этом. Но это было уже давно. Сказали бы мне лет 17 назад о том, что произойдет. Я бы посмеялась, посомневалась. Но по-любому. Как-то жизнь складывается таким образом, что все получается в лучшую сторону и может совершенно кардинально поменяться, что со мной, собственно, и произошло, но равно как и с Никой. А может, у нас еще возник один человек, которому захочется удрать из города и предаться прелестям и трудам сельской жизни, а также общению с животными. Не знаю, как оно там сложится, но судьба иногда меняется таким образом, что даже странно и подумать, что подобное могло бы произойти. Все, перенос вручную пошел. Ну, наверное, самое драгоценное. Но помимо последних доставок, ко мне прибыли посылки. Вот такие вот два здоровенных ящика. Так, и нурофен в придачу. Ладно, приму на ночь глядя таблеточку. Пригодится. Пускай лежит и никуда не убежит. Надеюсь, с него никто не поиграет. Так, посылочки. Пока что на веранду. Ну, ей-богу, сейчас у меня настолько здесь все сумбурно, что сегодня-то их вскрытие дело точно не дойдет. Но уж завтра посмотрим, что нам прислали. Любопытно, когда ребята все успевают. Куда-то съездить, что-то сделать. То ли дело я. Все чинно, с толком, с расстановкой и никуда не торопясь. Особенно сейчас, в такую вот погоду. Давно уж опустивший от растений тачки отблив совиный дол, зажегся свет. Казалось бы, 5 часов еще нету. А за окнами уже полная мгла, сумерки. Это, кажется, часть телефона, что еще как-то светло. Но нет. Вновь не погода, вновь не Настя. И снег не стаял. И пролежит до завтра, вероятно, умножится за ночь. Лишь пони возлегает на кроватке, вернувшись. Где-то затаилась плутка, а Пуша до сих пор шныряет. Где-то там поодаль, пытаясь мясо себе на ножках отвоевать. А я воюю с своим изделием. Вот, шлифовка началась. И с каждым разом, с каждым подходом после включения гравюры умножается в избушке количество пыли древесной. Ну, слава богу, не каменной. Не так страшно. И блюдечко начинает действительно уже приобретать определенные очертания. Ну что ж, надеюсь сегодня преуспеть. Печка продолжает источать тепло. И как же приятно в этом маленьком мирке, созданном самой собою, в тишине, в покое, что-то созидать. Ну, отходы, естественно, придется убирать. Но это еще совсем-совсем не скоро. Совсем стемнело. Вышла на крыльцо позвать желающих ко мне присоединиться. Все-таки засветилась малюсенькая сова, которую Гена подарил, что я сегодня с клумбы букет пересадила. Красиво смотрится. Вот только не забывать снежок сметать, когда он будет закрывать ее батарейку. Замечательно получилось.
Что заготовить завтрашний день, неизвестно. Но что сегодня, уже ясно. Сейчас заканчивать работу в избушке. Немножко посидеть у печки, прогревая спину. Отужинать и отправляться спать. И хотелось бы завтра вновь воспрять без всяких травм или каких-то неприятных впечатлений в собственном организме, который, честно говоря, в деревне дорог каждому. Нет, здесь болеть нельзя. Ох, ёлки-палки, я все иногда думаю о том, что сделала с моей картой, медицинской картой в Москве, в поликлинике 136-й. Ведь я там уже 16 лет не появлялась. Ну, по смерти не случилось. Вот любопытно, как с ней поступили. Нет, болеть в деревне нельзя. И этим не собираюсь заниматься. А потому, весенок, чаек уже заварен. Сейчас мы его выпьем по-хорошему. Прогреем организм. И завтра воспрянем с новыми силами для новых приключений. Я всем желаю не болеть, особенно осенью. Ну, некуда просто этим заниматься. Будьте здоровы. Ну, а также удачи, как обычно, всем желаю. Ну, а пока прощаюсь. До свидания.